нарисовано вообще? Там котик, как все любят. Сиськи не нарисовали, простите. Давай, кидай уже. Ну да, молодец. Напроказничала. Бро, это специально для тебя. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, такого подарка для меня еще никто не делал. Классно как. Абонент не отвечает. Вы можете оставить сообщение. Или послать его нахуй. Можешь в это поверить, что я сейчас переверну твою карту в колоде? Не прокатит, ты что, я... Ну, поп, давай. А да фу! Иди сюда, иди ко мне. Видишь белую полоску? Да, вижу. А, в смысле, блядь? Что ты сессию? Мы закрыли сессию, мы закрыли сессию. Ты пэп, не смешно, слушай. Не смешно, слушай. А ты знаешь, что тебе звонит? Не знаю. И не хочешь узнать? Это чертики. Не понял. Чертики. Ты перепел. Братишка, время 3:00 ночи. Я тебя не, блядь, слышал. Отпусти. Мы чертики. Это как он пищит? Отпусти. Спайс. Ага. Какие сообщения? Какие сообщения? Никто не говорит про сообщения. Спайс. Ты просто перепил, парниш. Надо что? Меньше пить. Надо, надо меньше пить. Тебе пи***. Я тоже. От тебя-то, блядь. Bang bang bang. 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 Настолько сурово, прикиньте сюда упасть. Канда, блядь. Канда не надо. У меня просто две руки заняты. Я еще буду ногами отбиваться, да? Как обычно. А, так чем ты мне поможешь? Будешь визжать до такой степени, что у него перепонки лопнут? Так они у нас лопнут. Пока мы с Францем будем бить ножами. Давай. Знаешь, как это потом муторно все обрабатывать, смотреть, вот эти вот ноги вырезать, все разговорчики. Вот сейчас я что-то слышала. Ебашим отсюда, ебашим отсюда. Это блок 10, детка. Это блок сыкот, детка. Наташа, да. Твой лимит исчерпан. Это твоя смерть. Что за хуйня? Не матерись, в ад попадешь. Проснись, а? Смерть не спит. Детка, как дела? Вещи собрала. Не страшно. Походу ты забыла трубку положить. Ну ладно, спокойной ночи. Хороша Икея. Мне кажется, что тебе надо купить новые туфли. Тебе кажется? Правда? Ну ладно, поноси еще года два.
блядь. А, это мои, похоже. Подарок Денису, носки с дырками. Передаем привет Нюху. Да-да-да, смешно очень. Это... Слышь, урод, ты сейчас скажешь, кто ты? Или я тебе сейчас этот... Твой ебаник, сука, закрою, на... Да там Миша, я не узнал, что ли. Ну тебе что, здоровье, да, что ли? Да хуя. Да вот тут не будет сейчас нихуя. У меня и так не хуя. Ты ж не кладешь трубку, значит тебя все устраивает. Да пошел нахуй. Ангелина, давай поиграем на желание в карты. Давай! Там туалетная бумага с молоком. На ноге. Давай куриную бумагу. Ты ебать. Да ты глотай, глотай, хуй. По усам потекло, да в рот не попало. Извини, в следующий раз я задам просто тебе спину сокла. Следующий кон. Шулеры, шулеры, короче, ты их надеваешь. Прокладку на лоб. Да-да, наклеиваешь ее как надо. Ну идешь кому-нибудь в комнату и говоришь. Не хотите ли вы уверовать в Бога? Нет, это ужасное желание. Ты сама сказала, хоть с окна спрыгнуть. Ну не такое же жестоко, ёбаный. Ни хрена, то есть с окна спрыгнуть с четвертого этажа, это не настолько жестоко. Давай, ладно, желание спрыгнуть с окна. Давай. Серьезно? Давай. Нет, нет, все, давай прокладку. Лиза, иди на... Лиза, нет! Давай другое желание. Желание спрыгнуть с окна! Я что-нибудь сломаю? Да, нет, живая останешься. Че, да-да? Она, блядь, реально прыгнет. Вы видели, как она молоко пила? Прыгать! Лиз, если ты прыгнешь с окна, мы больше не общаемся с тобой. Давай, короче, прокладку. Да не хочу прокладку на лоб. Знаешь, сейчас будешь выпендриваться, ты будешь вырезать из нее это, звездочку или хуй. Она не для лба предназначена. Да ладно. Только попробуй во влог вставь. Я? Да. Да на лоб надо, на лоб. Вот, иди чего? Когда пойдем? Пацанам. Не заходи. Хотите уверовать в лоб? Я всегда трезвую, я же пью. Поиграть на силу, блин. Алло. Что надо? Давай знакомиться. Блин, что надо? Девушка разговаривала. Что-то не похож голос на девушки. Да нормально у меня голос. Ты чё? Ну серьезно, мы против алкоголя, мы не любим бухать. Какая разница? Ты хоть на пляж? На пляж, блядь! Один корабль вместо 100. Скажи, бля. 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 Опа. Тебя, кстати, мощнее он. Я уже... Тихо. Возвращение блудного сына. Она ушла и не вернулась.
мега мангал. Мангал, там деревья протеин. Мое окно. Мангал. Мангал. Окно. Мангал. Тебе надо открыть это кулинарный влог. Я приготовить мангал во дворе. Знаешь, как бы выглядела ваша школа после землетрясения? Да. Здравствуйте. Чё ты не ломаешь, Лера? Ни хрена не крепкий, капец. Тестируем iPhone. Смотри, на нем просто царапин даже нет почти. Ах ты. Я просто за свой iPhone теперь вообще не боюсь. Ты острым углом. Не-не-не, ты не бей, ты положи его на... Нет, ты гвоздем положи, короче. Сама я чё? Ты понимаешь, да? Даже в деревяшку вбили гвоздь уже. Пошли на улицу. Мне больше всего нравится объявление, где пишут... Мой айфон, блядь, упал с кровати и разбился. Ура! Да ну нахуй, блядь. Он включился. Блин, честно, я боюсь, что кончится. Там два капитана не может быть на одном судне. Может быть, а я твой этот, старпом. Че, серьезно? Да. Опа, че, забирай. Слышь, отдай, это мой банан. Сюша боится, что это лицо лез. Поэтому можно сделать вот так. Смотри. Зеркалка уже не та. Хочу шоколадный торт от Кристины Инсайт. Кристина Инсайт. В этой жизни повезло, я его целых два раза поела. На недельку. Ё-твою. До второго. Балла. Корабле. Все, что нас не убивает, мы не покупаем. Пишу один и туси. Все, что нас не убивает, мы не покупаем. Шампанского, а почему нет? Либо песню. Кушай, как будто у тебя день рождения. Ну почему нет? Тебе решения хватило, что ли? С понедельника по пятницу, будто бы назад, время пятница. Комар, комар, убейте его, пожалуйста, убейте. Спасибо. Что делать, если над вами рой кума... Кумаров. Антиреклама изитонов. Не гламура со стены. Я принесла цветов. Убери свой телефон. Тихо. Давай, поджигай. На камеру брызнуло. На камеру переживет эту потерю. Какой нерв из своей женщины! Сюда! А вот теперь я думаю, валим. Божик! Тю-тю-тю! Это... Где вы его поймали? В кустах, не поверишь. Идти мне предлагать. Давай колечко. Кто мне может, идти предложить? Посмотри на меня. Я купил девочкам лошадей. I can feel this bad is beautiful. Я ради тебя, сука, на той выучу, обижу тебя. Ты зачем это сделаешь? Давай, сальтуху ебать. Народ! Да тихо, пацаны, стол-то не опрокиньте, вы чё? Я мы сейчас ставим, мы её сейчас пи***ем.
Ну это жестко, пацаны, ребята. Я же его в нос не забиваю. Ну да. Нормально. Следствие вели. Скажи блок 8 эротично. Блок 8? Блок Кости. Кости? Блок Кости. Знаете, что я скажу? Как трудно быть блогером. Вообще, это очень трудная работа. Трудно быть звездой. Трудно быть звездой. Бэйби, 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 но... Пошел нахуй, бибер, не понимаю. Мы идем охотиться на мамонта. Пих-пах! Черный пистолет. Следующий пошел! А теперь тусим один на квартире. Как ощущение? Холодно. Выбирайся.